маленькая кружка. Точнее, он. Лариса, сколько стоит бенгало и какой возраст? Симпатично. Симпатично. Хорошо, все. Добро. Слушайте, 0,50? Угу. 151? Угу. 64? Угу. 17. Ну, в Ирпенена, Лариса. Я хочу... Она в Ирпенена. А это кто? Какой красивый. А вот какой. Хотите? О, а вот, а как этого зовут? А я вижу всю собаку. Вот этих. Женя, нельзя ручками трогать. И вот здесь. Заинтересовались. Прелесть. Сколько им по возрасту? Этим 3, этому 4. Один старше. Красавцы. Какой веселенький. Веселый, игривый. Дети касаются. Он всех готов покусать. Ну? Укуси. Ой, боже, какая прелесть. Какую цену вот этот щенок? Это он? Это он? 10 тысяч. Мопсики. Ах, какой он активный. Вот так. Вот так. Все проснулись. А это мальчик средний? Вижу, по морде вижу. 5 месяцев. Я вижу, что он уже полностью вакцинирован. А черненькая девочка? Девочка. А, это, по морде? Это от той пудель, а это от карлика. А сколько у тебя девочка? По 10 тысяч выручка. Проснулся, только проснулся. 10 тысяч щенок. А это коты. Солнышко светит, им жарко. Они решили отдохнуть. Тесно им в таких коробках. Ну, а этот спит. А это маленькие. Петух красавец. Так, ну что, так вы едете в Белогорскую? Могу я. Ну, может, ты такая же убедите. Так что какую цену вот эти цветные рыбки? Эти 20.
это боевые петухи. Все, пошли, пошли. Все, идем домой, идем. Какую цену вот эти цветные? 23. Они не едят друг друга? Если не будете кормить, то съедят. Всех съедят. А эти прилипли к стенке прямо аквариума. Красиво, вырастут красиво. Так, а у вас сильно большой? А у вас кулек большой? Вам долго ехать? Нет, да. Что-то круглый. Посламец круглый, да? Ампа? Да. Выловим там и питание. Угу. Красиво. Так. Какие красивые. Будем дивиться крупнейшие там. А вот эти в какую цену с красным хвостом? По 200 гривен. По 200. И молодежь по 50. Ну, треба, чтобы у вас были и самцы. Угу. О, хорошие самцы. Блин, такие отделения на угоне. Да. Так, и сейчас сам. Бабочка. А вот сам, как хороший. Вот там Иванова курина. Так, все, 7 штук. Будут самцы и сам. А может, если вы кашу задут, как у нас? А, есть. Сейчас был. Сейчас три треба будет кататься. Еще один такой. На сетке того тоже. Сразу так, 7 штук. А так 20. Ходим с кубиками. Закачайте. Нет, то вы купите и сидите закачаете. Так, это 7 штук, 175.
Они хорошо транспортируют. Папа, давайте. Можно сядь вниз. Давайте сядь вниз. Вообще-то да, можно и меньше. Лепает. Там хорошо закрыто. Стенкам аквариум. Чтобы уже не переживали. Там перетяни кучать вот и побольше. Так, вы тут больше, да? А это как назвать? Неоновый типа? Семейство двойдушных рыб. Ну, неон это? А, а почему ракушки? Почему эти ракушки? По 60, по 50 гривен.